Дом, где жил Жаксылык Махмутов, который, по версии спецслужб, взорвал себя при антитеррористической операции, стоит запертым. Соседи говорят, что мать Жаксылыка выехала в Балхаш за телом сына. В небольшом селе Гульшат, где все друг друга знают, неохотно рассказывают о том, что случилось 26 июня. Сельчане говорят, что Жаксылык Махмутов жил некоторое время в Балхаше, где общался с молодыми людьми, которые якобы придерживались других религиозных взглядов. Мать опасалась за судьбу Жаксылыка, рассказывают соседи. По словам сельчан, Жаксылык Махмутов рос на их глазах, и ничего особенного в его поведении они не замечали. Некоторые СМИ после сообщения о самоподрыве мужчине в Гульшате писали, что радикальная группировка якобы планировала атаки на российские военные объекты близ Балхаша. В акимате Балхаша говорят, что это все слухи. Силовые структуры сообщили, что после спецоперации 26 июня в Балхаше и селе Гульшат задержали 13 человек. Шестеро из них взяты под стражу. Спецслужбы заявили, что события в Карагандинской области не имеют отношения к вооруженным атакам в Актобе, где в начале июня погибли 4 местных жителя и 3 военнослужащих. Айнур Алимова, Асылхан Мамашева, Азаттык ТВ.